Всем привет, друзья! С вами как здоровье и добро пожаловать в Brawl Stars! И сегодня по-настоящему новогодняя серия, потому что таких подарков вы еще ни разу не получали. Именно сегодня тот день, когда каждый из вас просто обязан зайти в магазин и забрать бесплатные гемасики от разработчиков. Вы только посмотрите, любой аккаунт, неважно, у вас один кубок, 50 тысяч кубков, обязательно зайдите сегодня в игру и заберите, друзья, 20 гемов просто на халяву. Это же реально круто. Помимо этого, сегодня разработчики приготовили, посмотрите, какие акции. С праздниками: 500 золота, 250 очков силы, 3 мега ящика, 2200 золота, 500 очков силы, 7 мега ящиков, 1500 золота, 600 очков силы и еще 3 мега ящика. И думаете, все? Нет, ребята, это еще не все. Сегодня появился просто мега бомбический скин на моего любимого бравлера. Это означает, что сегодня в ролике тоже будет конкурс на бесплатный скин. А точнее, друзья, конкурс на 449 рублей умножить на 10. Потому что именно 10 таких скинчиков я буду разыгрывать. А точнее, естественно, эквивалентно в рублях, ребята. Вот эти 80 гемасиков и эта пушечка, чтобы принять участие. Все максимально просто. Нужно поставить лайк под этим видосиком, нажать на красную кнопку подписаться, оставить комментарий, нажать на колокольчик, выбрать все уведомления. И самое важное, каждому из вас нужно зайти в магазин и проверить, введен ли у вас код автора Робзи. Обязательно проверяйте. Вводите код автора Робзи и заходите, забирайте бесплатные гемы на свой аккаунт. Это просто жесть, ребята. Реально бесплатные гемасики. А знаете, что еще? Сейчас я скуплю все вот эти акции, заберу скин, и мы с вами за него сыграем. Поэтому, ребят, не забудьте лайкусик, а я погнал скупать все акции. И первая акция — 449 рублей. Я закидываю 250 очков силы, также золото на всех своих бравлеров, а точнее я буду закидывать... Стоп! На Мортиса я не закидываю, я закину... Да давайте на кого? Ну, давайте на Шелли, пускай будет на Шелли. 449 рублей списали с моей карты. Очки силы получает Шелли, а теперь я открываю мега ящики, в которых по 7 предметов. Естественно, мне просто нужно... Вот он, жетон на скорость, ребята! Вот он, жетончик на скорость! Мне его очень сильно не хватало. Его всем не хватает. И это самый крутой жетончик, друзья. Так, на Мортиса очки силы нам не хватает уже не так уж и много. Еще один мегаящик. Правда, здесь у нас 6 предметов. Давай, на Карла, на Тика, на Бо... На что это было? Так, ладно, 6, блин, ну почему 6? Ну почему опять 6? Воу, у нас Сквик прокачался, ребята. Сквик на 10-ю силу. А теперь, ребят, давайте что сделаем? Давайте мы с вами сейчас посмотрим, кто у нас ближе всего. Мне интересно, у Мортиса не хватает 440 очков силы. Ладно, пофиг, я сейчас сделаю, друзья, кое-что мега просто безбашенное. Я зайду и куплю вот эту акцию. А очки силы закину на Мортиса. И он у нас будет в отдельной серии на 11-ю силу. Посмотрите, сколько кубков у Мортиса. 666 кубасов. Еще минус 900 рублей с моей карточки. Золото прилетело. Очки силы прилетели на Мортиса. А теперь, ребята, смотрите, мега ящики. Еще и 7 предметов. И здесь куча мега ящиков. Здесь у нас выпадает урон. Очки силы генерал Гавса, Тика, Амбер, СТУ. Естественно, двойные жетоны. И дальше все это мега ящики, ребята. Все это халява, все это жетоны, все это золото, все это очки силы. Еще один жетончик на урон, поехали. Давай, обожаю. Обожаю получать разные акции. Обожаю халявку, особенно бесплатные гемасики, ребята. Бесплатные гемы — это просто нечто. Даже 20 гемасиков, поверьте, они вам ой как пригодятся. Даже потому, что скоро у нас будет, знаете что? А я сейчас покажу, для чего вам нужны бесплатные гемасики, даже в таком количестве очень сильном. Так, 7 предметов, давай, здоровье, 2 жетончика, отлично, забираем все вот эти награды. Еще мегаящик, пипец мы с вами сегодня, пипец мы с вами сегодня получили бонусов всяких крутых. Так,
Подождите, я показываю. Если зайти вот сюда, то вы посмотрите, уже завтра, ребята, уже завтра будет испытание на бесплатного эпического бравлера, вы понимаете? Вы сможете получить грома, а если у вас закончатся попытки, дополнительные попытки будут стоить 1 гемасик. И теперь подумайте, для чего вам бесплатные гемы? Правильно, вы их можете потратить на попытки, ребят, просто покупать на халяву себе попытки и проходить дальше. А я залетаю в магазинчик и продолжаю закупать вот эти акции за 749 рублей. 600 очков силы, это просто забейте, 600 очков силы, на кого закинуть? На кого закинуть 600 очков силы, это пипец как много. Давайте мы, а вот сюда, а почему бы не закинуть на Эдгара? Еще минус 750 рублей с меня, 1500 золота, 600 очков силы, а теперь мега ящики. Мега ящики с 7 предметами, ребята, хорош это он скорости, на тиком, так, на эмс, давай, 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 больше. Больше мегаящиков, больше жетончиков, больше очков силы. Я просто обожаю это открытие. Я просто обожаю эти все открытия. Так, 3 мегаящика и все 3 по 7 предметов и жетон скорости. Круто, ребят, потому что на всех бравлеров нужна скорость. Практически на всех, ребят, серьезно. Это самое имбовое снаряжение. Итак, мы с вами сегодня хорошенечко открылись. Что это за входящие? Поздравляем, твой клуб занял первое место в клубе. Смотрите, кстати, посмотрите, мы сейчас уже на третьем алмазе. Его сейчас не показывается, но мы уже на третьем алмазе. Остается буквально немножко и занять самое крутое местечечко. Вот это последнее, просто самое последнее, ребят. У меня уже 1042 вот этих монет клуба. Кстати, возможно, даже я куплю себе скин, хотя раньше об этом, ну, скажем так, даже и не думал. Я реально даже и не думал. Ну, а теперь, ребят, пришло время. Пришло время мега крутого новогоднего скинчика, ребята. Естественно, это Джеки с подарками. Почему крутого? Потому что Джеки — это мой самый любимый бравлер в игре, вы понимаете? Реально, я просто обожаю Джеки. Вы посмотрите, мы берем с вами Бо, убираем с вами, естественно, Бо и заходим на Джеки. Посмотрите, она у меня прокачана на 11-ю силу. У нее, ребята, гаджет, пассивка, 2 снаряжения и, блин, какая же она мощная, ребята, вы просто взгляните на эту красавицу. Просто мега импушечка. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем с вами, допустим, сыграть в дуэльки. В дуэльке на Джеки. Да, карта, конечно, у нас не подходящая для нее, потому что карта в основном для дальников. Но почему, как говорится, чем черт не шутит? Возьмем себе Белль в команду на всякий случай, если вдруг проиграем. И, допустим, возьмем себе Гейла. Но почему бы и нет, ребята? У Белль, правда, нет новогоднего костюма. А, кстати, у Гейла-то есть новогодний костюм, ребята. Подожди, вот он. А, и щелкунчик. Щелкунчик же тоже новогодний, ладно. Мы с вами берем, естественно, Джеки. Берем ей новый офигенный скин Джеки с подарками. И просто врываемся. Просто врываемся в дуэли на карту для дальников. Ну, а почему бы и нет? Как говорится, чем черт не шутит, ребята? Здесь много ящиков. Здесь можно, в принципе, попытаться поуворачиваться. Здесь попытаться быстро побегать. Правда, у меня скорость в кустах здесь не работает. Так. Здорово. Здорово, Кольтевский. Здорово, Кольт. Здорово, Кольт. Как твои дела? Так, пытаемся увернуться. Так, немножко пробили. Немножко пробили друга. Еще. Так, блин, я не достал. Я не достал. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Расправились, кольтишечка, ребят. Вы видали эти удары? Вы посмотрите, красивый снег. Просто безбашенно красивый снег. Ну, а теперь у него, друзья, Эдгар. Теперь у него Эдгар, которому, в принципе, ничего не светит. Потому что убить он меня, ну, я думаю, вряд ли сможет. А вот на СТУ, конечно, он меня уже сможет покоцать. Привет, Эдгар. Привет, дружище. Как твои дела? Раз, два, три. Ну, он же сам себя убьет. Он же сам себя убивает. В обратный урон, вы понимаете? Он сам себя сможет убивать. Так, а вот теперь будет проблема. Вот теперь будет реальная проблема. Так, давай. Ага, ага. Он сейчас меня найдет или нет? Так, привет, дружище. Раз, два, три. Блин, слушай.
слушайте, Джеки просто имба, я обожаю играть за Джеки. Видали, я затащил каточку на карте для дальников за Джеки. Почему? Да потому что я люблю ей за нее играть. Вы посмотрите, какая она крутая, ребят, все это просто безбашенно крутой скин. Даже не потому, что как он выглядит. Да, она крутая, она с подарками. У нее есть вот такая дрель отбойник с вот этими подарочками, которые она крутит. Но ее анимация атаки, ее анимация ульты, ее анимация удара, она просто безумно крутецкая. Мне она очень нравится, ребят. Просто безумно нравится. Еще у меня, походу, прокачалось пару бравлеров. Это Сквик на 10-ю силу. И кто-то еще у нас прокачался. Это Мортис. Но Мортиса мы оставим как-нибудь на потом. Для этого будет отдельная серия, потому что я Мортиса не люблю больше всего на свете, но я буду пытаться за него играть. Для меня это будет страдание, поэтому я прошу вас поддержать меня лайкусиком, если хотите, чтобы вышла именно такая серия за этого Мортиса. Я знаю, что многие обожают Мортиса, но не я. Итак, в магазине мы с вами забрали все, что можно было забрать. Естественно, остается 15 гемасиков. И буквально через 11 минут у нас обновляется снова магазин и появятся опять жетоны. Итак, давайте посмотрим, что у меня получилось с моими бравлерами. Сколько у меня бравлеров на 11-ю силу? Смотрите, у меня сейчас 9 бравлеров на 11-ю силу. Ну, если посчитать Мортиса, его можно просто прокачать. Остальные бравлеры, смотрите, они уже 10-е и понемножку прокачиваются. Уже очень много 10-х бравлеров. Остается даже меньше бравлеров 9-х, чем у меня есть 10-х. Как говорится, потихонечку аккаунт прокачиваем, стараемся. Ну а вам, ребят, максимально новогоднее настроение. Забирайте бесплатные гемасики. Скоро будут, ребята, еще круче видосики. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите код автора Робзи и не пропускайте новые мега крутяцкие видосики. Всех люблю, вы все красавчики. Всем удачи, с наступающим. Покедов.